Короче, там что-то лает. Где-то далеко что-то лает. Там что-то еще заброшенное есть. Но мы вот, это поселок Северный, решили вот этот домик изучить. Что он себя представляет? Это, видимо, гараж здесь был у человека. Когда-то, судя по трубе, которая выходит. Тут уже ничего нет. Все брошено. Остатки телевизора, судя по всему. Это что-то такое тоже непонятное. Вот такой дом. Судя по всему, он весь деревянный или из какого-то говна сделан средневекового. Ну, брошен он уже давно, видимо. Мебель, такие потолки. Даже интересно такие домики изучать. Вон там дальше что-то еще, какие-то строения есть непонятного назначения. Сейчас все это посмотрим. Вдруг кто-то захочет этот домик восстановить. Сделан, видите, из чего? Вот, стена облицована. А тут, по сути, все вот таким образом выглядит. Такая отстенка. Вокруг абсолютно ни души никакой. Да, вон там сарай или что это. Дойдем, посмотрим. Ну, привет, домик. Что у нас здесь в домике? Остатки былой роскоши. Печка когда-то была. Комодик. Даже веник сохранился. Но подметать здесь придется долго. О, какие эти были штуки. Ха, чем обклеивалось все. Такие вот стены. Здесь вот так все выглядит. Бляха-муха. Какие-то средневековая лепнина. Или что это? Довольно-таки интересная такая тумбочка. Любители искусства, отзовитесь. Вам понравится. Да уж. Лютая постройка. Здесь у нас, ну, как всегда, вешалка. Forever. О, счетчик. Видимо, до последнего крутил, потом устал. Там выход на второй этаж. Но я думаю, что забираться туда не имеет смысла. Хоть тут есть лестница такая самодельная. Но там, наверное, ничего интересного нету. О, детская игрушка-коляска. Прикольно. Тут бы на что-нибудь не напороться. Что за тварь? На паука похоже. Да, в последнее время, видимо, здесь кто-то бомжевал. Бухал, отдыхал. И все. О, даже шифер, видимо, что-то делали. В окно, видимо, кто-то не по разу выходил. Двери все настоящие. Смотрите, какие засовы. Попробуй такую дверь выбей. Она круче железной. Тут, видимо, печка была. Опять тумбочка. А, вот она, собственно говоря, и печка. Все разобрано. Видно, что лишнее демонтировано. Диван. Табуретки. На диване, видимо, кто-то бичевал в последнее время и подбухивал слегка. Потом, я так полагаю, хозяин ушел в мир иной, оставив по себе вот это, после себя вот это чудо природы. Сейчас пройдем туда, посмотрим, что там за сарайчик. Кругом шифер,
Что-то, видимо, здесь пытались чинить или не пытались. Ну, такой вообще участок неплохой, я хочу сказать. Вот тут что-то такое. Шифер, кругом шифер. Видимо, тут огород был какой-то у него. Может, еще что-то. Ух ты, блин, здесь что-то все проваливается, как-то земля паханая, что ли. Вот такое было строение, которое тоже умерло, погибло. И вот этот более такой бодрый, намного бодрее, чем этот дом. Такой сарай, я так понимаю. Что в нем было? Да, на коровке. Да, судя по всему, здесь держали коров. О, от пылесоса. Да, здесь держали коров. Может быть, до сих пор кто-то держит. А может, не держит. Сено вроде бы свежее. Ну, сарай такой, живой. Крыша живая, в принципе. Я думаю, кто-то его использует. А может, уже и нет. Как-то так, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это было северное.